Я приехал в лес. Приятно, что мы только познакомились, но вы меня уже хвалите. Можно сделать рекламу Кремля. Миш Кшиштовский, я хочу тебе привет передать. Мне лично можно скинуть на операцию по увеличению груди. Я не понимаю, что это делает. Скоро кризис среднего возраста, поэтому я решил... Думаешь, не стоит? Зрители? Зрители, что вы делаете внутри подарочного набора Витфеста? Завтра уже фестиваль, поэтому... Мне предстоят два напряженных денька, которые я надеюсь, что вы проведете со мной. Что-то вы такие пыльные. Давно камеру не брал. Хотел сказать, как вам мое новое кресло? Смотрите. Подарил себе на день рождения. Откуда у тебя эти прекрасные синяки под глазами, вы спросите? А потому что сейчас 8 утра, и мне нужно ехать на радиоэфир, но сначала... Но сначала мне предстоит подписать некоторое количество вот таких вот карточек, которые попадут в VIP-наборы. Тех, кто придет на фестиваль. Кстати, я сначала все пытался подписать хромовым маркером, но он, к сожалению, не очень хорошо писал на этой бумаге, поэтому переключился на обычный черный, но 25 карточек я успел подписать серебряных, все остальные черные. Так что, если вы обладатель VIP-билета на Витфест, вам попалась моя карточка, и там написано что-то серебряным, то, во-первых, простите за корявый почерк, а во-вторых, вот, зато она немного уникальная, и да... Я приехал в лес. Ну, то есть на радио. Встречайте, популярный видеоблогер, создатель и генеральный продюсер Витфеста Руслан Усачев. Руслан, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Приятно, что мы только познакомились, но вы меня уже хвалите. Хотя вы меня даже не знаете как человека. А оно у тебя доброе сегодня? Я встал в 8, конечно же, да. Да, это некий такой же фестиваль более чем видеоблогеров, это скорее какого-то интернет-поколения, интернет-творцов, если так это, конечно, громко будет сказать, ну просто не придумал более удобного слова. Иуда, обстоятельно проблеваешь, что-то хотя на патриарших, я вбиваю бычки в перила, ожидай свой киорью, пусть такси шепелявит ретро, мы с водилой раздавим пятку. Я звоню Мише, попросил его включить вебку, но даже во время скайпа он не может снять видео. Да я говорю, она напишет приложение, занята другим приложением, я не знаю каким. Но я думаю, майором ФСБ, скорее всего. Мы будем обсуждать новый сезон «Пора валить». Или ты просто снимаешь блог, где мы такие, ну какая страна может быть для нового «Пора валить»? Ну есть несколько. Ну давай сделаем пару постановочных кадров. Я, значит, гуглю все. А я придумываю шутки. Можно давай, так? Накидывай шутки. Ну там есть статуя, ага. Можно сказать шутку про то, как странно она выглядит. Угу. Вот так есть вариант. Можно сделать, вот там есть достопримечательность, типа местный Кремль. И да. Можно сделать рекламу Кремля. То есть мы такие, я сижу в толчке. Давай так, стоп, давай остановимся на рекламе Кремля. Да. И вот. Ну на самом деле, да, мы продолжим придумывать, куда мы все-таки поедем в этом сезоне. Поэтому в рамках видео это... Фестиваль-то у нас проходит в субботу, но застраивать все начинают еще в четверг вечером. И вот сейчас пятница, и можно уже прийти примерно посмотреть, что и как будет. Например, будет много щебня. А если серьезно, то, короче, вот главная сцена, VIP-зона, лектории. Это будет очень клевая фотозона. Очень клевая. Наконец-то ее сделали. Собственно, я же могу подняться в VIP-зону пока. Пока можно. Пока никто билет не проверяет. Там будет павильон пятницы телеканала. Вот это целая, видимо, офис империи по продаже кружек с Лиской. Как вы поняли, моя роль в этот день подходить к людям, которые... Вот. К этим ребятам, допустим, которые действительно занимаются технической организацией всего этого. Ну что, нормально все, да? Ну, хорошо. Настя пошла ругаться, что перепутали табличку. И здесь будет зона встреч, а не лекторий. Вношу посильный вклад и снимаю красивые перебивочки. Вокруг одни идиоты, и светодиоды. Я пью черную воду и алкоголь. Я не знаю, кто ты, ведь сегодня ты точно пойдешь со мной. Точно пойдешь со мной, и я холодный, как лед. Первое, видимо... Зону игровую придется сделать потише, потому что соседствующие с ними в этом ангаре зона науки тоже хочет, чтобы ее слышали, а я сам себя сейчас не слышал. А ему норм. Второе. Вот, кстати, зона науки здесь будет. А что вам показывать-то недостроенное? Давайте завтра уже сюда вернусь. Так. Ну, здесь все построили. Я такая поста, я такая мета-мета, я такая...
Сейчас практически 10 часов утра, уже первые люди стоят в очереди. И самые ответственные блогеры пришли смотреть, что и как делать. Многие заметили, что из-за того, что мы проводим все в музее уличного искусства, нам каждый год в Питере на халяву достается огромное количество экспонатов, потому что каждый год новая экспозиция в музее. Кстати, можете сюда приходить. И он работает не только во время Битфеста. Но в этом году из-за того, что у нас расширилась территория и автограф-фотосессии вывели на дополнительную территорию, поэтому у нас есть бонусный экспонат не от музея, а от местного завода, на территории которого находится музей. Вот это свалка. Мне кажется, лучший способ ее спрятать — это не какие-то стены железа, а поставить такой маленький значок, что это экспонат произведения современного искусства, и все бы купились. Вот там где-то наверху. Миша пришел сниматься со мной для Клик-Клак. Да. Доброе утро. Я очень надеюсь, что Алина снимет мне обзор. Какой нахрен обзор? Я шел сюда с тех смыслей, что не буду переживать, а теперь вот он я, переживаю. Все, давай делать. У меня вторая видеоостановка. Этот парень будет выставлять меня идиотом сейчас. Я это умею. Подскажи ответы. А? Ответы подскажи. Фондю. Фондю, хорошо. Когда Ликей выпустит ролик свой со школьными вопросами, знаете, если я там что-то неправильно отвечаю, нужно было к этому парню идти на сцену, чтобы сделать вот это. Ребята, привет! Привет. Как тебе фотосессия вместе с солнцем? Прекрасно. Как тебе солнце? Замечательно. Отличная погодка. Короче, мы фоткаемся со всеми здесь и дарим им специальные карточки даже. Такие. Все пронумерованные, кстати, видишь, они все уникальные. О, уникальное дерьмо. Поясни за шмот. Я не знаю, как объяснять. Ты даже не знаешь. Я не знаю, что я надела. Этого человека запретили в целой стране. Как можно носить это? Давай так, ты просто открывай рот, а я буду... А вы пидоры! Ауч! Я, короче, очень скучно расписываюсь, просто пишу Усачев и усы ставлю. Что делает Миша, это действительно загадка. Спасибо большое. Тебе спасибо большое. Следующий! Вот что это? Я в портрете. Вон, стоит, обнимается со всеми. Посмотрите на него. Покажи, как ты обнимаешься. Да, да. А это Ксюша. А, кстати, сори, Ян, сердечко. А это Ксюша, она выиграла в конкурсе репостов. Я ей дал, покажи. Покажи. Покажи, спрятал уже. У меня давно хранят снимки. Спасибо, что из Москвы приехал. Мы справились. Миша Кшиштовский, я хочу тебе привет передать. Да он же здесь стоит. Готов принимать твой привет, Ян. Миша Кшиштовский, да. Как я рад, что ты пришел. А я-то как рад, что я пришел. Хорошо, что нас заборы разделили. Да. А то бы накинулись друг на друга. Да, разорвали бы от любви. Опять вот... Ненавижу этих игровых блогеров, а? Все обдаренные опять. А у меня типа день рождения было недавно. Кстати, с прошедшей днюхой тебя. Спасибо, Жень. Покажи подарок. Покажи. Разверни. Давай, ты развернешь, а я подержу камеру. Тверди, Лиза. Давай. Спасибо. Пожалуйста, с днём рождения, с прошедшим. Спасибо большое. Егор с канала Егор Шоу, Егор, обзор лучших Егоров. Он сегодня показывает новый по-русски, и сейчас покажи, что здесь будет. На, возьми, снимай ты. А, здесь будет... Кто будет по-русски? Кейси Найстат. Так. Здесь будет чувак в зеленой шляпе, который орет в бок. Здесь Миша. Будет Миша. И я. Который уже сейчас активно влияет на молодежь. Подписчиков уже сами знаете, у кого даже... Больше 2 миллионов. Fucking bitch! Да, этот вон ничего такого не знал. Они спутали более, ну что, поближе к народу. Что здесь? Ты опять деньги просишь на что? 4, у меня следующая активность начинается. Деньги ты просишь? Я лично прошу, да. На что? Мне лично можно скинуть на операцию по увеличению груди, а так-то на стрим мы собираем на эндопротезирование детей с остеосаркомой. Фига себе, вот где все деньги. Это полиндром. Жарите? Руслан, что такое полиндром? Это когда одинаково с двух сторон. Так, все, мы закончили съемки трансляции. Оля немного прихорошилась. Все отлично. А сколько в итоге задонатили, пока я был? 20-ку. Очень плохо, Руслан. Ну, это первый мой твич был. Твоего доната. А, да, хорошо. Я пришел с Эльдаром на
навстречу Юджину и послушайте, как он разговаривает. Кино, ты имеешь в виду, да? Клипы? Нет. Видимо, никому не нравится, как я режиссирую. Никто не хочет мерзнуть. Вот до чего доводит видеоблогинг. Такива. Ну, видишь, как у него голос. Медяга перегорел весь уже. Выдохся. Вот здорово, блин. У нас сейчас будет последняя наша активность. Итак, друзья, ну что? Последний круглый стол. Вы готовы? Есть силы еще? Прямо сейчас мы узнаем тайну нового сезона. Пора валить от его создателей. Встречайте! Стоит Гермиона с космическим кораблем. Скорее всего, у него в руке детонатор. Я не понимаю, что это делает. Что ты делаешь? Изыдиус! Я видосе попросил. На Витфесте нужна зона с космическими кораблями и Эммой Уотсон. И вот что. Это Гермиона и космический корабль. Ну, у них объективно смешные шляпы. Мне кажется, я теперь от нее не избавлюсь никогда. Миша, мы только что объявили, что? Кто является новым спонсором «Паровалить»? Дамы и господа, представляем вам нового, невероятного, долгожданного спонсора шоу «Пора валить» — Авиасейлс! Так, секунду, они же вроде раньше были спонсором. В чем сюрприз-то? Авиасейлс.ру. Какая была реакция? Качественная лояльность бренда. Все показывают твоего двойника. Но ему же здесь одна неделя. Но если присмотреться, это больше Кристоф Вальц, чем я. 75%. Короче, смотрите, единственный двойник, которого я подтверждаю, что это двойник. Я говорю, да. И я даже обманулся в какой-то момент. Это чувак... 13+, да, надо аккуратно. Фак. Это чувак, который... Думаешь, не стоит? Мне очень интересно, как ты это расскажешь. Ну, думаешь, не стоит, потому что... Ну, можешь, расскажи. Хорошо. Рассказывай, но... Расскажи. Это чувак на гифе, ковыряющийся в женской гениталии. С каким лицом? С довольным лицом. С концентрированным, как будто он пишет ЕГЭ по геометрии. Очень сосредоточенно. Что-то шрудит. Очень похож. Прям вообще жопа полная. Спасибо, что пришли. Тебе недавно стукнуло сколько там? 30? 36. 36. У тебя скоро кризис среднего возраста, поэтому я решил немножко опередить время и подарить тебе очень нужный... Красный Феррари. Красный Феррарис после тура. Очень близко, ледовый. Братан, очень близко. Ледовый. Стой здесь. Стой. Я стою здесь. Так вот, Пязок, как у тебя все? Это разноцветный гироскутер, братан. Я хотел спиннер и вейп, но ты не любишь крутить и парить, поэтому гироскутер. И что мне с ним теперь делать? Ты офигел? Куда я дену теперь гироскутер? Там есть сумка на него. Значит, самая большая проблема закончить. Дикей не хочет сходить со сцены. Наконец-то! Все. Короче, я заехал домой, чтобы сбросить все сокровища. И можно ехать на автопати. Но я тут не буду снимать, потому что хочется все-таки отдохнуть и впервые за день поесть. Вот, вот чего очень не хватает. Но самое главное, Лиза, спасибо за мерч PewDiePie, кстати, очень приятный. Жалко, в России не доставляют. Кстати, о PewDiePie, где он? You love, you lose. Спасибо всем, кто пришел на Ритфест. Очень приятная была встреча по поводу Паровали, где мы с Мишей сидели прям. Не помню, чтобы так было где-нибудь душевно. И очень клево было ощущать реальное некое комьюнити, которое возникло за годы съемок «Пора валить». Очень круто было. Спасибо большое. Это был Руслан Усачев. Это был Витфест в Питере 2018. Я пойду ко всем этим ребятам, спрашивать, что им понравилось, что не понравилось. Максимально стараюсь обходить Яна Топлеса. Пока.